Приветствую вас на своем канале Love Parfum. С вами Алексей, вы смотрите парфюмерный блог. За окном у нас, посмотрите, осень вовсю, золотая, красивая. Самое время поговорить про ароматы для осени. Подписчики мне написали: Алексей, очень короткое видео какое-то получилось. Хотели про те еще ароматы послушать. Быстро так время пролетело. То есть сними, пожалуйста, вторую часть ароматов на осень. С удовольствием посмотрим. И, конечно же, я вынужден был пойти и для вас снять вторую часть. Почему бы и нет? На зиму две части, а на осень одна. Пускай на осень будет тоже две. Поэтому сюда войдут те ароматы, которые бы я тоже отнес ближе к осени, да, но они не вошли в первую часть по некоторым причинам. У некоторых ароматов, в принципе, не было в том торговом центре, где я снимал. Сейчас же я иду в тот торговый центр, где все ароматы есть, про которые я хочу и поговорить. В общем, если вы вдруг пропустили первую часть топ-10 ароматов мужских на осень, обязательно ее посмотрите. Здесь ссылочка всплывает. Если вы пропустили топ-10 женских ароматов на осень, также ее посмотрите. Потому что топ-10 женских ароматов на осень как-то, ну, не совсем зашел. То ли девушек совсем мало у меня на канале, то ли что. Просмотры вроде бы есть, а обратной связи нету. Я хочу услышать обратную связь, да. Вот если топ-10 мужских ароматов снял, то обратной связи очень много, что ребята говорят: давай еще, иди снимай, мы требуем еще ароматов на осень. Хотим еще. Поэтому я пошел и, собственно, буду сейчас это снимать. То про женские ароматы как-то все прошло слишком тихо. Поэтому, ребят, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, если вы вдруг еще на него не подписаны. И, конечно же, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А мы вдвигаемся в магазин и будем сейчас разбирать еще пару ароматов на осень. Первый аромат, который я хочу вам посоветовать, это Versace Eros Flame. Кстати, есть у меня обзор на канале. Кто вдруг, если еще не видел, обязательно посмотрите его. Аромат вышел в концентрации парфюмированная вода в трех объемах 30, 50 и 100 в 2018 году. Сладкий, фруктовый, перечный, такой очень драйвовый. На старте напоминает такое какое-то звучание, очень яркое, вкусное, жевательные резинки, что ли такое вот есть. С нотами черного перца, розмарина, герани, бобов тонка, ванили и дубового мха. Что касается стойкости, то примерно около 4 часов. Мне нравится, здесь очень красивая бутылка. Шикарный просто дизайн. Аромат, я думаю, понравится всем тем, кто любит такие сладкие ароматы в стиле классического Эроса, в стиле марки Каролина Эррера и в стиле... Еще один шикарнейший аромат на осень, Gucci Guilty Absolute. Также есть на него отдельный обзор на моем канале. Кстати, он вот в магазине Debate на распродаже, поэтому советую вам его забрать, так как его в ближайшем будущем купят и больше его, насколько я помню, не будет. А аромат очень достойный. Но сразу хочу сказать, что не всем понравится, не всем придется по душе, потому что многие говорят, что он пахнет что-то какие-то струей бобра и так далее и тому подобное. Хотя не знаю, почему они так думают. Вообще нюхали ли они эту струю бобра, что знают, как она пахнет и так далее и тому подобное. В общем, много комментариев про него, то, что он очень вонючий. Но это прям реально хороший очень аромат. Это прям, знаете, такой ответ Миши, да, фору даст многим нишевым ароматам. Вышел аромат в 2017 году, кожаный, древесный, сложный, животный. Что касается нот, это кожа, пачули, кипарис, древесные ноты, витивер. Аромат у нас представлен в концентрации парфюмированная вода. Кстати, очень хорош по стойкости, 5-6 часов. Вышел у нас в объеме 50 мл и 90. Еще один аромат, который отлично зайдет на осень, а также на зиму, это Tom Ford Noir версия Extreme. Фланкер очередной, вот их сколько здесь много. Я, конечно, люблю больше всего в этой линейке антрацит и Extreme. Вот обычный Tom Ford Noir как-то мне не совсем понравился. Он есть в парфюмированной воде и в туалетной воде также. Этот же у нас Extreme вышел в концентрации парфюмированная вода в объемах 50 мл и 100. К
Extreme у нас выделяется золотой надписью и желтой крышкой, в отличие от других, да, вот ароматов Tom Ford Noir. Аромат у нас был представлен на рынке парфюмерии в 2015 году. Очень ванильный, древесный, пудровый, густой, с нотами нерали, шафран, мускатного ореха, мастикового дерева. Различные древесные сюда ноты входят, амбра, сандал и ваниль. То есть очень такой богатый аромат, богатый нотами, очень сладкий, очень шлейфовый. И что касательно стойкости, то примерно где-то 5-6 часов. На каждой коже по-разному, поэтому пишите мне в комментариях, как он на вашей коже держится. Ну, это прям вот один из лучших ароматов в линейке экстремов, на мой взгляд, он. И вот антрацит. У меня есть на канале обзор только на антрацит, потому что как-то прям мне вот он безумно нравится. Может быть, в ближайшее время еще сниму и на экстрем, потому что многие из вас просили этот обзор. Еще один, на мой взгляд, очень осенний аромат. Это бренд Eccentric Molecula и Molecula Eccentric 04. Eccentric как-то, на мой взгляд, более поспокойнее аромат, а этот же такой прям очень яркий, бунтарный, цитрусовый, древесный, свежий, ощущение какого-то расплавленного грейпфрута. В него также, конечно, входит компонент Яванол, который пахнет марихуаной и, собственно, грейпфрутом. Очень яркая, красивая работа. Периодически сейчас я его в магазине хожу, слушаю и наношу. И меня очень радует его стойкость. Вот буквально на днях я его наносил. И аромат был практически со мной весь день. То есть 8 часов, 10. И это прям гарантированно. Обратите внимание на его стойкость тем, кто... Те, кто ищет очень стойкие ароматы. Что касается остальных нот, то это грейпфрут, сандал, можжевельник, роза, мастиковое дерево и, конечно же, сам Яванол. Но здесь аромат немножко, конечно, подороже, потому что это все-таки уже ниша. Аромат является унисексом, подходит как мужчинам, так и женщинам. Он у нас представлен в двух объемах. Вот здесь вот стоит соточка, а есть еще в наличии бывает и тридцатка. Тридцатка чуть подешевле будет, около 5000 со скидкой. Все ароматы Molecula без крышки, и желательно их сразу носить на тело, а не слушать с блотера. Следующий осенний аромат, прям такой по-настоящему осенний, на мой взгляд, это Acqua di Gio Absolue в концентрации парфюмированная вода. А вышел аромат у нас в двух объемах, 40 мл и 75. Вот такая вот у него бутылочка. Деревянная крышечка. Прикольно, кстати, что она деревянная. Но, если честно, аромат как-то мне не особо понравился. Не знаю почему, но его, в принципе, могу порекомендовать, потому что многие о нем хорошо отзываются. И все-таки он такой прям вот осенний. Он у нас вышел в 2018 году. Общего с другой Acqua di Gio ничего практически нету. Могли, в принципе, сделать, на мой взгляд, аромат не в линейке Acqua di Gio, а просто отдельно выпустить и назвать его по-другому. Очень теплый, очень цитрусовый, бальзамический, с нотами бергамота, морские ноты, различные лимон, груша, герань и древесные ноты. И последний аромат на осень, который бы я хотел вам порекомендовать, это новый аромат от марки Disquiet, который называется Wood. Прикольная очень упаковка у него, прикольный очень совершенно новый флакон. Вообще люблю этот бренд, он достаточно интересный, постоянно есть в бренде какие-то очень легкие древесные ароматы. Этим меня и радует бренд. Тут прикольная такая бутылочка, она очень удобно лежит в руке, такая увесистая, а крышка должна еще здесь быть, ее почему-то нету. Ну, это тестер, потому что аромат вышел в концентрации туалетная вода в трех объемах, 30 мл, 50 и 100. Очень такой он получился ароматический, спокойный, пряный, древесный, лимон, мандарин, имбирь, кардамон, витивер и амброксан входит в его состав. Ну что ж, ребята, такая вот получилась коротенькая подборочка. Это, конечно, не топ-10, но хотя бы что-то. Топ-6, конечно, это не назовешь, но назову просто ароматы мужские на осень. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал, если вдруг еще не подписан на него. Ставите лайк этому видео и, конечно же, сжать колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там я выкладываю различные ролики,
ароматам и фотографии к ароматам, сам их фотографирую. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии, куда без них, как вам этот топ-6, если так можно его назвать, какие бы вы ароматы еще добавили на осень и так далее и тому подобное. В общем, вам, в принципе, огромное спасибо за то, что вы как бы попросили меня сделать вторую часть, иначе я бы просто тупо сидел на диване. В общем, помните, что аромат – это путешествие времени. Всем пока и до новых встреч на моем YouTube-канале.